Добрый вечер! В современном мире тяжело обойтись без водительского удостоверения. При получении знаний и навыков вождения главное не ошибиться с выбором автошколы. Сейчас я нахожусь в одном из лучших учебных заведений нашего города – КАМА Автошкола. Давайте посмотрим, как проходит здесь занятие. Здравствуйте! Сегодня ваше первое занятие, и хотелось бы узнать, кто-нибудь из вас хоть какое-то представление о знаках имеет? Я имею. Так. У меня права ни за что отобрали, вот я повторно учусь. Ни за что. Ни за что. Давайте узнаем. Вот это что за знак? Впереди гаишники, штраф полтинник. Очень интересно. Тогда вот это что за знак? Впереди злые гаишники, полтинником не отделаешься. Батюшки, а вот это тогда что за знак? Знак «Мы едем по проспекту Мира». Вот это? Так паркуются мужчины. А тогда это что? А так паркуются женщины. Так. Слушай меня, класс. Сейчас встаем и все идем на вождение. Кроме вас. С вами мы еще маленько поболтаем. Вот это предупредительный знак «Впереди прочие опасности». Двигаемся дальше. Здрасте, я к вам. Экзамен еще не сегодня. А когда? Через 3 месяца. А. Давайте начнем. Пристегиваем ремень. Это штучка такая, вот у вас слева. Да. Заводим машину. Ключ справа. Повернуть. Здравствуйте. Пристегиваемся сразу? А то я не знаю. Меня папа еще с 10 лет уже учит на машине ездить. Значит, вы уже все знаете, да? Конечно. Заводите. Как будто я не знаю. Это ж, конечно, езжу понятно. А? Ну что, поехали? А папа меня не так учил. А как? На первую переключите. Вот так меня папа учил. А теперь поехали! Газу больше дай! Ты куда сцепление не выживете? Одной рукой не рулит? Двумя давай! О, молодец, давай! Хорошо, да. Вот молодец! Умница просто! Так держать! Молодец! Запомнил? Делай так же. Хорошо, инструктор. Ой, вы не представляете, что сейчас творится на дорогах. Бензин дорожает, нефть дешевеет. Чё дорожает, чё дешевеет, непонятно. На рынках вы видели дорогу. Куда ты прёшь, ты? Что ты прёшь, ты куда? А? Я извиняюсь, а вам для чего права? Ну, я таксистом стать хочу, вот. Ну, я как бы догадался. Куда ты прешь, а? Сейчас я нахожусь у здания ГИБДД, где наши курсанты сдают экзамены. А вот и одна из счастливых выпускниц данной школы. Здравствуйте, как успехи? Я получила права. А было легко сдавать? Да, я с первого раза сдала. Я же училась в хорошей автошколе.